Ребята, всем привет! С вами канал Андреевка Лайф. И у нас скоро опять очередной праздник, 8 марта. И мы хотим наших женщин всех поздравить с этим праздником, пожелать им счастья, здоровья, красоты, весеннего настроения и всего самого хорошего. А с нашей стороны подарком будет вот... Мы сегодня решили приготовить десерт. Очень вкусный, готовится легко, ингредиентов минимум, но очень вкусный. Это яблочный крамбл, английский десерт. Ту-дум! У нас второй десерт и опять английский. Но ничего. Главное, чтобы было вкусно. Короче говоря, начинаем. Чистим яблоки для начала. Теперь нам нужно серединку у яблок убрать. Этим мы и займемся сейчас. И потом порежем яблоки на доль, ну не на дольки, а на кубики. И все. Теперь важный шаг. Нам нужно выжать сок половины лимона и сбрызнуть яблоки, чтобы они не потемнели. Для этого делается. Ну, если яблоки очень сладкие, то немножко кислоты появится. Достаточно. Теперь включаем нашу плиту и будем сейчас яблоки тушить-пассеровать с сахаром. Итак, сковородка у нас разогрелась, выкладываем наши яблоки, убавляем сразу огонь на слабый и сахар. Будем 10 минут примерно тушить, карамелизовать. Ребята, важный этап наступил. У нас вот 100 миллилитров рома. Добавляем. Подойдет также и кальвадос. И мы решили, что и коньяк тоже был бы не хуже. И еще 5 минут тушим. У нас осталась 1 минута до готовности яблок. Смазываем нашу форму, которую мы будем выпекать, сливочным маслом. Все. Яблоки переходят в свой родной дом. Карамелька какая. Где наш ром, неизвестно.
весь в яблоках. Все, основа готова. Выключаем плиту и будем сейчас тестом заниматься. Приступаем к тесту. Высыпаем нашу муку. Сахар коричневый, видите, везде, и там, и здесь. Он, кстати, организмом меньше, ну, медленнее усваивается, и поэтому проблем с весом из-за этого не бывает. Так что, если хотите есть сладкое и не толстеть, ешьте коричневый сахар. Так, все, пошло у нас масло. Мы будем сейчас крошку делать. Тесто у нас вот крошки. Сейчас будем уже засыпать. Так, прямо так. Духовка у нас нагрелась, как я сказал, 190 градусов. Ставим на 25 минут. Ребята, у нас прошло 30 минут. Мы решили 5 минут еще дать запасу. Посмотрите, какая красота. Никит Сергеевич. Даем остудиться 5 минут и потом будем накладывать. Ребята, смотрите, подача должна быть именно такой. Шарик пломбира, ну или любого другого мороженого сверху. Ой, пробуем. Да. Да, Денис, ты был прав. Это очумительный десерт, я вам хочу сказать. Даже у меня слов нету. Это лучший подарок женщинам на 8 марта от нас. Обязательно попробуйте. Да, Денис? Ира вон тоже ест, молчит, ничего не говорит. Просто чуму. Очень вкусно. Ребята, ну, я редко так говорю, но если вы это не приготовите, вы не узнаете. Чего не узнаете? Денис, подскажи что-нибудь. Вы знаете, как вас будут женщины потом благодарить за это. Вот. Просто чума. Вот у меня слов других нету. Яблоки, крошка, мороженое, пломбир и ром еще, да. Самое главное забыл. В общем, еще раз поздравляем вас, дорогие наши женщины, с 8 марта. Смотрите на наш канал, готовьте вместе с нами. Готовьте, как была передача, помнишь? Да, готовьте лучше нас. А мы с вами прощаемся, увидимся через неделю. Всем пока!